Фу, блин. Привет, сегодня 8 марта, и мы едем на монтаж теневого профиля Еврокап. Всех дам поздравляем с праздником. Дарим вам цветы в комментариях. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Мы закупили профиль, взяли светильники. Короче, все расходники купили. Сейчас заедем, перекусим и будем выезжать на монтаж. Здорово! Короче, зашел в туалет, ну, все, нахуй, закрылся. Не можем, ну, блядь. Она вообще вылетела. Да. Фу, блядь. Ну, наверное, зови там кого-нибудь. Блядь, МЧСников, походу. Дёрни. Толкнуть? Не, да. Пойдет. О, домашний есть? Я домашний буду плов порцию. И мне тоже. Медленный такие. Я застрял там, смотрите. Тут же ломали там дверь там. Ручку выдернули там. Надо сказать, что сейчас это. Так этот, там же ручки с моей стороны нету, я на этот раз, ну, закрылся. Чисто на нижний, потом оп, на верхний, понял? Все, она все, не действует. Пришлось там ломать. Хорошо, что дверь не вынесли вообще. Это вообще вот там. Она уже была сломана, то есть, и двигалочка заходил. Там уже это. Короче, вот эту Валежку выдернул ручку. А с этой стороны. Это жесть. Компот возьмем сюда? Сюда, давай. Сюда не берем, блядь. Сейчас, короче, скажем, что мы ручку, ну, не мы, короче, ручка вылетела. А там, девушка, у вас там туалет, да, ручка сломана была. Еще она рядом лежит. Я зашел в туалет и все, не мог выйти. Давай в МЧС звонить, короче. Они трубку не брали, и мы сами открыли. Да, да. Тридцать две, 165. Уже другие деньги взял. Софиты вот эти по две штуки. Да, пачки. Нет, цена. Какие? По 2000 вот эти, которые я купил. Да. Все, да. Вот, да, все. Прошу, по 10. По 300. Да, да, сейчас. Сколько? Прошу, по 10. Давайте сразу. 10? 110. 110? А, 110? Надо пошукать. Сейчас. Что? 110, да? Да, да. Я 120, да? Я тебе имею в виду эти. У Коли почем? Сейчас я разберу. Так, у нас сегодня что? Мы с Валерой взяли два плова себе домашних. Олег рисовую кашу. Три чая. Вот эти фигнюшки. Не знаю, как они называются. Салатик под шубой. Три блинчика. Компотик на объект. И яйцо, Олег. Да, яйцо. Ладно, будем кушать. А то я не люблю, когда смотрят. Так,
А, вы провод тоже взяли, да? На всякий случай взял 25. Да, на этот. Так, мы заехали на монтаж. У нас сегодня вот такая комнатка с жидкими обоями. Ну, они еще не подсохли местами. Вот. Получается, здесь по периметру у нас будет еврокраб. Теневой профиль. Вот такой вот. Вот такой вот, вот красавчик. Вот так вот он выглядит с торца. То есть тут, ну, суть в том, что когда мы проводим к стене, будет теневой зазор. Так вот. Все, сейчас начнем делать и будем снимать. Здесь будет 8 светильников, карниза не будет. Так, ну вот так мы его пробиваем. Сейчас еще вот этот участок остался, две палки. Ну, две палки. Почти что половину мы пробили. И сейчас установим светильник. Все, углы добьем. И что, и все, и будем натягивать. Обязательные условия, блин, стены максимально должны быть ровные. Вот где? Где стена ровная, все четко. Где кривая, там сразу видно перекос. Thank you.
Друзья, ну все, мы закончили, получается, монтаж. Теневой ее аппарат по периметру. Светильники 8 штук, раздельное включение. Тут вот эти жидкие обои, то есть мы предупреждали клиентов, что, ну, то есть так нельзя делать. Вот, как бы, ну, наклеили, короче, сделали жидкие обои, ну, сделали, так сделали, что. Но вот это все то, что есть сейчас, это все будет, то есть, переделываться по новой, вот этот верх. Ну, в смысле, так и рассчитывали на это. Вот, сейчас я вам покажу теневой зазор. Вот он будет. Вот так вот это будет смотреться теневым зазором. И вот так вот. То есть все это уже законченный вид. Не надо никаких галтелек и так далее. Вот. Вот так вот. Вот. Тут видно, короче, стенки. Где будут стенки кривые, оно все будет почетко. Короче, обязательное условие. Хотя бы вверх сантиметров 15-20 надо вытягивать прям правилом под этот профиль. Потому что если этого не сделать, то будет кривовато смотреться. Вот так вот. Вот. Так, ну все, всем до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Палец вверх. Спасибо, что смотрите. Если не сложно, поделитесь этим видео. Всем спасибо.